Вся страна отмечает большой праздник – День космонавтики. Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Полет, который длился всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. И вот эти легендарные кадры. Желаю вам доброго полета! В честь первого космонавта называли улицы и площади. Его изображениями украшали все от значков до зданий. В местах, где побывал Юрий Алексеевич, созданы музеи, воздвигнуты памятники. Самарскую область по праву называют космической столицей России. Именно на нашей ракете Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил коллектив легендарного предприятия ракетно-космического центра «Прогресс» и всех жителей региона со значимой юбилейной датой. Сегодня настоящий юбилей. Юбилей, который объединяет вновь всю нашу нацию, который является предметом гордости для нашей страны, для покорителей космоса и всех, кто чувствует свою сопричастность. Она есть, я уверен, в душах большинства жителей Самарской области, да, наверное, и всей нашей страны. Космонавты Роскосмоса, которые находятся на борту Международной космической станции, поздравили всех с 60-летием со дня полета Юрия Гагарина. Друзья, в этот день мы хотим поздравить всех с этим праздником и юбилеем. Мы говорим спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать, продвигая человечество дальше и дальше в изучении космоса. Еще раз с праздником, с Днем космонавтики. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кузьмичков, Олег Новицкий и Петр Дубров. С праздником! С Днем космонавтики всех поздравил и АвтоВАЗ. И вот такой ролик можно увидеть в социальных сетях и на телеканалах. Петр, я залево один. Как слышите меня? Буду вам транслировать команды. Прием! Залил один, я Кедр. Вас понял, занимал исходное положение, залил, поэтому несколько задержался, ответом прием. Кедр, я залил один, зажигание. Понял, вас дается зажигание. Специально ко дню космонавтики компания «Лада Медиа» и канал «Тольятти 24» запустили конкурс рисунков. Мы получили сотни работ, ярких, необычных, космических. Все картины мы обязательно передадим космонавтам.